Новогодние праздники уже прошли, а это значит, что возвращается ваша любимая рубрика «Гардероб». И сегодня я буду искать прикольные сумки в разных магазинах. 40 рублей, бордовенькая будет 34 рубля, а вот точно такая же, как бордовая, только такого цвета, 14. 2 рубля вместо 40, вот такая вот. По 20 рублей вместо 40, вот такие вот полукругом. Моднота 50 рублей на скидке вместо 65. В H&M за 40 рублей есть вот такие вот сумочки с рептилией и цепями тоже за 40 рублей. Вкусненький вот этот тренированный рюкзак за 50 рублей. А вот такие вот круглые по 40. По 40 рублей де-факто есть вот такие вот полукруглые черные и коричневые. По 35 рублей есть вот такие вот рюкзачки, они небольшого размера. По 40 рублей есть вот такая вот модель. 30 рублей есть вот такие вот малютки. Они здесь идут на поясочки, как поясная, и на ремешочки. Идут и с замками модными по 55 рублей. 50 вот такие. По 43 вот такие вот малюшки, приятные пельмешки. 55 рублей в таком стиле есть еще рюкзаки. С двумя карманами и с модным кошельком боковым за 50. Sisters на скидках по 50 рублей есть вот такие, такие. Такая, это вообще 35. 35 вместо 70 еще вот эти. По 60 рублей еще вот такие варианты. Они есть в разных цветах.